День добрых дел. Лиде 9 лет. С виду она очень маленькая и хрупкая, но характер и воля у нее огромные. Она почти не говорит, но это самый заинтересованный в общении ребенок. Для этого девочка использует жесты, простые и понятные. Им Лиду и других ребят из специализированного класса обучила педагог. А потом Лида оказалась в центре поддержки семей с детьми с особенностями развития «Дорогу и добра» и сразу рассказала с помощью жестов, как была в гостях у бабушки и ела торт. Ей было радостно от того, что ее сходу поняли. Еще бы, ведь это специалисты центра научили учительницу девочки общению жестами. Вот такое чудо. Мама Лиды говорит, самое страшное для дочери – пропустить школьный день, а больше она ничего и не боится. Ей необходимо видеть людей и узнавать новое. А что она любит? Жить она очень любит. Больше всего. Непонятно, почему Лида появилась на свет особенной. Во время беременности ее мама ходила на все осмотры и сдавала анализы. Роды были тяжелыми. Малышка не закричала. На сутки ее забрали в реанимацию. После выписки, казалось бы, все стало налаживаться. Но девочка все равно росла плохо. Была слабенькой. Массаж, лекарства, занятия. Внезапно у Лиды обнаружилось заболевание почек. Пришлось сделать несколько операций. К делу подключились врачи-генетики. Из-за того, что непроходимость кишечника спровоцировала эпилептические приступы, девочке пришлось выжидать полгода. Затем процедуры возобновились. Все эти сложности не заглушили в Лиде радость. Сейчас она быстро адаптируется на занятиях. Ее не надо мотивировать, убеждать. «Я хочу, я попробую». «Мне еще», будто говорит она. Кстати, следить за дисциплиной – одно из любимых дел Лиды. Мальчишки даже ее побаиваются. В общем, ребенок – зажигалка. Но без нашей помощи центру «Дорогу и добра» не обойтись. Чтобы он продолжал работу, в год нужно 3 миллиона рублей. Давайте вместе соберем десятую часть необходимой суммы – 300 тысяч. На номер 3443 отправьте следующее СМС. Ступени, пробел, сумма пожертвования цифрами. Например, ступени 100. И обязательно не забудьте подтвердить платеж в ответном СМС. И тогда особые ребята смогут расти и развиваться наравне со сверстниками. Ходить в детский сад и школу, радовать родителей и педагогов своими маленькими, но такими важными успехами. 3443. Вместе мы изменим жизнь особых детей к лучшему.